полтора месяца. Ну да, второй месяц. Второй месяц, ну почти два месяца. Нормальный человек, тебе нормально. Если нормальный человек, тебе относится нормально. Если же какие-то проблемы есть... А это машина также корпоративная. При каждом хостеле своя машина. А что это за улица? Тюльпанова 11. Тюльпанова? Тюльпанова. Тюльпанова 11. Это вот шестое место, которое мы сейчас посещаем. А на каком предприятии вы работаете? Росава. Да, тоже Электролюкс. Электролюкс. Тоже собираете? Да, пластик. Мы не собираем. А мы, что делать? Мы довозим на товар. Мы пластик. Компоненты. И подставляем Электролюксу. Это вузковые на вилочных погрузчиках ребята ездят. Давно здесь? Полтора месяца. Ну да, второй месяц. Второй месяц, ну почти два месяца. Сколько я человек работаю... в коллективе? До 30 человек. Мы работаем в две смены по 12 часов. Ребята работают. Где-то какие-то недовольства есть, где-то есть плюсы, где-то минусы. Но в основном, ну все ок, в принципе. Довоз есть, в дождь. По крайней мере, мы садимся и едем. Но это самый главный плюс. Жилье, ну, милости просим. Понятно. Сейчас посмотрим. А как вы общаетесь на предприятии? По-польски или как? Мы общаемся на предприятии. Ну, в принципе, они нас понимают. Это самое главное. То есть, если хотят понять, если ты нормально относишься на производстве к человеку. Если ты нормальный человек, тебе нормально. Если нормальный человек, тебе относится нормально. Если же какие-то проблемы есть, ну... Не вымнемся. Ок, работаем. Украинцы в Польше, ну нормально. Если ты хочешь работать, зарабатывать, милости просим. Два этаж, три этаж и четыре, ну получается четыре этажа, ну, грубо говоря. Uh-huh. Два ротора. Два. Даже, наверное, не один усилитель стоит, да, у нас, по-моему? Ну, у нас усилитель стоит. То есть, если людей, ну, меньше, все дома, хорошо работает. То есть, ну, в принципе, как и везде. То есть, больше людей, меньше работает. Меньше людей, хорошо работает. Но сейчас, в принципе, ну, вот я смог включить Wi-Fi, в принципе, работает. 800 мегабайт можно загрузить? Ну, за полтора часа, по-моему. Полтора? Конечно. Не, это долго. Явно. Не, сейчас просто включу Wi-Fi. Не, ну здесь, вот тут стоять вот под этой стеной, то можно, то есть у нас, получается, ну, центр там, да? Ну, как бы ты выходишь, здесь вот, да, есть, вот Wi-Fi есть. Чуть ниже, выше, ну, трошки так, да. Работки. Телевизор есть. Все, Серега. Серега с Мелитополя, здорово, брат. Привет. Все нормально, скажи. Конечно. Все хорошо. У нас столик здесь, покушали, посмотрели футбольчик, помылись. Как бы, ну. Тут еще одна комната есть. Сейчас включаю, тут уже две кровати. Ну, в принципе, ну, адекватно все, чисто. Главное, что, ну, все начинается с тебя. Поубирал и красиво. Понял, а как тут вообще уборка происходит? Кто-то через день там или как? То есть график уборка, или кто-то? Ну, у нас сейчас чисто здесь, все да. Выметено. Раз в 4 дня мы убираем, да, Костян, сколько мы убираем? Раз в неделю. Ну, 4-5 дней мы убираем. То есть все вместе, да? Нет, каждый. Не, у нас общий, две комнаты, общий, по 4 человека. Ага. 4 они убирают, 4 мы, ну, в принципе. Вид елочка вон, тоже, кстати, можно. Не, нереально можно показать. Кухня, такая кухня. А это что за комната? Стиральная машинка. Ну, первый этаж отсюда. Мы можем снимать. Даже еле, ну, ничего, что-то ничего не скрывает никто. Как есть. Плиточка, та же самая, ну, индукционная, ну, все работает, все четко. Раз, комната, два, туалет, зеркало. Тоже чисто, ну, присутствует. Понял, еще один туалет. Еще есть. Один туалет, да. То есть, ну... Подавай документы на карту ВНЖ ребятам, и с этой карты они смогут работать по всему Евросоюзу. Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся снова на польском предприятии. Это польская фабрика, мебельная фабрика, одна из крупных в этом городе, с ребятами, которые приехали из Узбекистана, из Ташкента. Ребят, представьтесь, пожалуйста.